Участнику вологдоведения Юрию Тихомирову, который живет в доме-интернате, общаться тяжело. Но песни любит всей душой, и ведь действительно получается. И таких, как Юрий, здесь много, с ограниченными возможностями здоровья, но безграничными ресурсами души. Некоторые сегодня приняли вызов и стали участниками фестиваля «Вологдоведение». Среди участников есть люди, которые проживают и в нашей организации, это 3 человека. Два из них – это инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, но, тем не менее, люди очень творческие. Одна из них самостоятельно пишет стихи, завоевывает, участвует в международных конкурсах, в частности, филантроп. В прошлом году получила премию «Золотое сердце». Григорий не пишет стихов, зато считается местной звездой в интернате. Блестяще исполняет эстрадные песни. Чтобы поддержать Юлю, выбрал хит Ярослава Евдокимова «Колодец». Песня оптимистичная, как и характер Григория. Я думаю, что все наладится, восстановится. Я думаю, мы будем сильнее, потому что Россия всегда шла вперед и всегда будет она идти. Быть сильнее призывают волонтеры ВИП, учащиеся школ, представители психоневрологического интерната и Октябрьского дома-интерната, вологодские музыканты. Многие наши земляки откликнулись на призыв поддержать россиянку Юлию Самойлову, которую украинская сторона не пускает на конкурс Евровидения. Очень странно, что боятся нашу хрупкую девчонку с огромным, мощным, красивым голосом, которая бы спела от души и которая бы покорила сердца всех жителей планеты. Не надо бояться нашу страну, надо любить нашу страну, Россию. Мы, россияне, все вместе. Вместе мы переживем любую беду. Вместе и не только на сцене, вместе об одном – о жизни, о здоровье, о добре. Здесь нет победителей, зато есть добрые сердца, которые не делят людей на своих и чужих. Поддерживаю, чтобы не все у нас хорошо спело, чтобы выступило, чтобы ее впустили на видение. Ну, самое главное, чтобы здоровье и успехов, и удачи во всем, чтобы держалась. Держаться во Всемирный день здоровья и Юле, и другим людям с ограниченными возможностями сегодня желали звезды не только вологодского масштаба, но и российского. Организаторы фестиваля записали короткие видеообращения к участникам вологдоведения. Вологодская земля всегда славилась своими талантами, и ваш удивительный фестиваль тому подтверждение. Еще раз, здоровья, всего самого-самого наилучшего, ваша Сара. Кстати, сегодня у певицы Юлии Самойловой день рождения. Ей исполняется 28 лет. Все свои пожелания девушке, имеющей проблемы со здоровьем, но обладающей такой силой души, вологжане собрали в одном большом концерте. Екатерина Шабалова, Максим Тышковец, Вологда РФ.